Подготовка к Латвийской неделе здоровья уже в полном разгаре. В ее рамках Даугавпилская городская дума организует конкурс детских рисунков. Es vesels vesela pilsētā. Этот конкурс мы выбрали из-за того, чтобы увидеть, как наши детки занимаются здоровым образом жизни или как их семьи как бы способствуют этому и что они об этом знают. Конкурс – часть большого проекта, который Дума реализует вот уже 3 месяца. Мероприятия проекта поддерживают здоровый образ жизни и укрепляют здоровье всех поколений даугавпилчан. Проект финансируется Европейским социальным фондом и продлится до 2020 года. Жители Даугавпилса очень активно используют возможность участвовать в проекте. Мы это видим, потому что постоянно группы полные. И результаты, отзывы от жителей мы получаем очень много. И в основном это слово благодарности за то, что дали такую возможность. Также улучшилось общее здоровье наших жителей. В конкурсе рисунка приглашают принять участие дошкольников и учащихся начальной школы. Работы можно делать в различных техниках на формате размера А3. Вместе с работой необходимо предоставить анкету участника, которую могут заполнить родители или учителя. Рисунки принимаются в информационном бюро Даугавпилской городской думы по адресу Кришнянь Валдемара 1 со 2 мая и до 15 часов 18 мая. Лучшие работы выставят в Думе. Выставка откроется уже 28 мая. Вся информация о конкурсе доступна на сайте www.daugavpils.lv. Сюжет подготовлен специалистами отдела общественных отношений и маркетинга Даугавпилской городской думы.